Привет, мои хорошие! Решила начать влог с маленькой радости, еще не открывала. Денька, скажи привет. Еще не открывала. В общем, у меня новый телефон LG Q6. Я не знаю, какой он, что в использовании, но я ходила по магазинам, мне нужна была замена моего старого Samsung A3. Это он так привлекает внимание. В общем, у меня Samsung A3 старый, он уже просто не вывозит, там полная память, он тупит, как телефон доисторический. И я уже долго планировала себе взять телефон, но мне нужно было что-то бюджетное, и нужен был Android именно. Вот, потому что iPhone есть у меня один, там своя система, там я своими фишками пользуюсь. А в Android мне нужно именно с файловыми миниками все вот это вот пользоваться мне более удобно. В общем, взяла себе вот такой телефон. Он предназначен вообще специально, говорят, для вот как я, соцсетей, вот и вот все дела. Вот, поэтому будем. Ой, у меня, блин, фокус там стоит на одном месте постоянно и не фокусируется, если близко показывать. Короче, новый телефон, сейчас буду разбираться. Для меня это целое дело, честно говоря, разбираться с новым телефоном. Я это так безумно не люблю, но я рада, что он на самом деле скоростной, там очень хорошие параметры. В общем, это цена-качество и скорость вот по комплектации, это, короче, аналогов нету в этой ценовой категории. Стоил он 19 990, короче, 20 тысяч. Привет, мои хорошие! Мне кажется, я так давно не снимала влог уже. Ну, не знаю, просто занята там всеми этими видосами. Мне кажется, что уже несколько дней подряд я выхожу из дома и ничего для вас не снимаю. Сейчас вот решила снять на фоне вот этого красивого дерева. Оно такое желтое. Я прям прохожу мимо него и думаю, какой красивый фон. Какие бы мега фотки получились бы на его фоне. Да, у меня все ассоциации с фотками. Смотрите, как я из секонда свой гламурный свитер-туника придумала. Прикольно, заворачиваю его вот так вот. И куртка приобретает новый образ. Тоже зимнюю обувь свою. Они у меня тоже с такими красными штучками. Короче, все по стилю. А еще у меня новая сумка. Вот она. И я заказала ее в River Island, заказала ее в этом, в LaModa. Я такая вроде сначала не очень довольна, а потом рассмотрела и класс. Все-таки я во всем черном одета, и сумочку пора сменить, она замозолила вам глаза. И я, короче, поняла, что я вообще фетиш поймала на этих сумках, просто я кайфую. Я, наверное, не пройду мимо ни одной классной сумки. Мне с ними настолько удобно, что просто вообще. Я не хочу ничего другого, я не хочу какую-то сумку таскать на плече. Поэтому, если вы где-то увидите такие сумочки, кидайте, пожалуйста, мне в Инстаграм. Только у меня, ну, пару принципов. Если эта сумка, ну, дорогая, бренд какой-то, там, Louis Vuitton или Chanel или Dolce Gabbana, то это, скорее всего, должен быть оригинал. И, скорее всего, я буду покупать это за границей. Поэтому, естественно, не хочу я тратить такие огромные деньги на такую сумку здесь. Вот. И реплики покупать не хочу. А что касается, вот, например, River Island, да, у них действительно интересные модельки. И цены очень бюджетные. То есть вот это я купила за 2 150. Вот. И если вот что-то, ну, в пределах, там, наверное, 5 000 будет что-то интересное, и марка, ну, то есть оригинал какой-то, мне не обязательно это супер люкс, чтобы было, да, но главное, модели крутые. Короче, если увидите, скидывайте мне, пожалуйста, в Инстаграм фоточки и ссылочки на эту продукцию, заценю. Ну, а сейчас мы пошли в Фикс Прайс, надо купить хлебушка, и сына должен уже спать. Вижу, что появились какие-то новые сумочки из очень приятного материала. Внутри они светленькие, и вот такая мягкая, как будто по джинсу. Тут цвета вот такие. Просто у меня на самом деле очень много этих сумочек, но это реально круто. Я уже просто понимаю, чтобы не выкидывать деньги, покажу просто девчонкам. Вот, что-то еще новое непонятное. 99 рублей, кстати, косметичка стоит. Кошелек мужской. Ой, а может не мужской. Здесь есть цвета бежевые. Такой вот маленький, аккуратненький. Вот такой бежевый есть цвет. Вот такой.
Выглядит очень дешево на самом деле. 99 рублей стоит. Смотрите, какие прикольные штучки. Это кейсы для косметики. Они есть в золотом цвете, черном цвете и серебристые. Просто открывается. Прикольно. Я не знаю, зачем мне такое нужно, к чему это применить. У меня уже полно всяких кейсов. Хотя красиво может стоять на полочке. Но они очень узенькие. В общем, кое-что купила. То, что искала, нет, к сожалению. Ну ладно, может быть, еще дойду до какого-нибудь другого фикс-прайса, может быть, там будет. Сейчас надо купить хлеба. Купила, да. Было что-то новенькое, интересненькое. Запокажу вам. Да, еще сок мой любимый хочу взять. Я показывала, не показывала. С кусочками. Там, короче, японская тема какая-то, но мне так нравится. Сейчас хочу парочку прям взять. А что хотела-то купить? Хотела купить малому совочек и там ведерочко, пасочки, чтобы он уже играл. А то он выходит на улицу, у меня начинает руками ковырять землю. Потом я, когда его сажаю в коляску, смотрю на его руки, а он реально землю руками копал. Под ногтями грязи. Я думаю, может, дам ему хоть лопаточку, будет ей ковырять, а не руками. Но у нас нету, представляете, в фиксе ни одной лопаточки, ни одного ведерка, ни одной пасочки. Сейчас зашла в секонд-хенд по дороге. Тут еще один есть секонд-хенд на районе у нас. Я не была. Ну, типа там бренд, тра-та-та. Но тут уже не по килограмму. Ну, я зашла, говорю, у вас по килограмму. Нет, ну, ни разу не сходила. Думаю, дай посмотрю, что там вообще продают. Вообще в секонд-хендах, конечно, это заходишь, и сразу настроение падает. Там все так грустно. Какие-то вещи вообще странные. Вот я, кстати, была в Твери, я не помню, говорила или нет, куда я сдавала свои Гуччи там и так далее. Ну, такие цены, то есть там по 15-20 тысяч, как бы это мне на руки, а они наворачивали еще больше. Но вот там была фирменная одежда, то есть такая люкс-бренд, и мне вот там нравился очень такой комиссионный магазин. Вот, а здесь еще в Ростове такого не встретил. Ну, короче, захожу, лазю такая, смотрю. Ну, цены такие, да, дешевые, там еще у них 60% минус, то есть, ну, реально можно там за копейки купить 60, 100 тысяч там, ой, 100 рублей, 150. И любимый мой звонит мне по видеосвязи, короче. Где сын? Я говорю, спит. Туда-сюда. Он говорит, а ты где? Я говорю, я в секонд-хенде. Ну, поржал. Сказал, спалилась, да? Я-то думал, ты вещи покупаешь, что за нужны денежки, там вот это все выбрала. Так дорого стоит. А сама пошла в секонд. Все, спалилась. Короче, поржал надо мной. Я говорю, да я зашла один раз на 500 рублей, целую кучу одежды купила, сняла видео. Говорю, это же полезное видео. И говорю, ну классно, классно. Короче, выкрутилась еле-еле. И тут эти девушки, не девушки, а женщины, вы знаете, вот как раньше, вот это вот, я не знаю, абсолютно клиенту подход, ну о чем они думают? Ну сто пудов это не ее место, ее просто поставили туда, и она там, короче, чувствует себя, я не знаю, королем, попом земли. И вот он позвонил со мной по видео, разговаривает, естественно, громкая связь, и его слышно. Хотя в магазине никого нет, то есть одна продавщица и ее какая-то подружка. Они трепятся там о том, о сём, как бы, да, и разговаривают в магазине так, как в принципе, ну, на такие темы там, да, а как в принципе, ну, по идее, сейчас в наших магазинах, там, тот же H&M, Bershka, Adidas, ну, вы поняли меня, да, продавцов так дрючат, что они просто не имеют права так разговаривать при клиенте, никаких своих личных обсуждений быть не должно. Ну, то есть они так налегке обсуждают свои какие-то личные моменты, вот, ну, и мне позвонил, и мы начинаем общаться, показываю там, гля, смотри, ржет, вот. И тут она ко мне такая обращается, девушка, вы в общественном месте, выключите громкую связь. Я такая поворачиваюсь, говорю, вообще мне по видео звонят здесь, невозможно выключить громкую связь. И такая поучительным каким-то тоном на меня, типа, вот, выключите, вы в общественном месте, я тут, короче, нельзя снимать. Я говорю, вообще по закону я могу себя снимать, где хочу. Я снимаю себя. Ну вот громко вы включили, выключите громкую. Я говорю, если я выключу громкую, у меня видео, говорю, что он мое ухо будет смотреть? Говорю, это видеосвязь, здесь нет громкой связи. Вот. И она вроде такая сменила немного тон, видя, что я такая, ну как бы,
не лохушка, такая раз, такая выключила и все. Но я не стала уже говорить о том, что просто надо пример подавать. Это, во-первых, о чем можно, о чем нельзя. Во-вторых, это не то место, где там съемки запрещены. Я так и сказала, говорю, у вас не то место, говорю, чтобы там прям 3 минуты позвонили, и вы мне тут отчет такой сделали. Вот. Ну и второй момент, вы же должны заботиться о клиенте, о своем. Но если вас что-то не устраивает, или вы считаете, что громко музыка, попросите просто сделать потише. Скажите, девушка, не могли бы сделать потише, пожалуйста? Все! Так они до этого обсуждали какую-то тему, где клиент там прав, не прав, что-то там клиент всегда прав. И тут такая мне... Это вообще очень круто, когда, знаете, например, 2 человека сидят такие, о добре разговаривают, и тут... кто-то вклинивается там или мешает, например, да, и да, надо быть доброй, нести людям добро. Да заткнись ты, сука. И добро очень проявляется у таких людей. Так и здесь, да, клиент всегда прав, там тра-ля-ля, та-та-та, такие прекрасные. И букетик не хотите, мне вот какой-то лезет. Вот видите, что я снимаю? Букетик не хотите? Вот. И такая раз мне, девушка, давайте выключите это вот это. Короче, я офигею с людей. Короче, пройтись и насладиться кофе мне обломчик, потому что кофе отвратительный. Мало того, что молока и сахара мало, он очень крепкий, горький. И в итоге я купила еще дополнительно молоко в другом месте уже. И сахара попросила, и поняла, что это, короче, вкус говно. Ну, наверное, там делают не покупной такой кофе какой-то, а в этих штучках готовых уже. А там всегда галим кофе. И, короче говоря, я расстроена, выкинула кофе, выкинула 100 рублей, получается, и сейчас иду домой. Никак. Мы пришли домой, первым делом я раздела малыша, потом разделась сама, теперь разбираю продукты. Хочу показать вам, что я купила. Так, здесь у меня застелено покрывало, это мой тут штатив, потому что Денька очень сильно ранится. Короче, купила всякий майонез, тут кетчуп, там цезарь. Это я люблю иногда что-нибудь добавить. Люблю вот этот вот, но я не знаю, оно это или оно, это окорок сыровяленый. А я вообще люблю, не, это окорок, блин, я не прочитала, я просто по виду беру. Этот, свинину люблю такую, хамон называется, вот, по-моему, что такое. Хам. Я за границей брала, мне очень нравилось. Ну, этот попробуем тоже. Я люблю бутербродики какие-то. У меня всегда что-нибудь должно быть для бутербродиков, потому что когда я монтирую, малой спит, мне всегда что-то хочется съесть. Я люблю хлеб. Вот это ютинский всегда беру. И картошка. Это вообще редкость, когда найдешь хорошую картошку. Она прям вся отборная. Я взяла пакет. А еще лимон тут. Я люблю лимон. Так, все, это в фикс-прайсе пока не буду. Теперь заглянем в холодильник. Вот эти вот напитки, о которых я вам говорила. Они какие-то то ли японские, то ли что. Тут, короче, с кусочками. Я взяла вот вкус... Не знаю, что это за вкус. Я по картинке ориентируюсь. И вот такой вот. Я уже их пробовала обои, они мне очень нравятся. А еще в этом магазине я увидела, что у них делают борщ. Я взяла борща себе, он такой весь насыщенный. Взяла салатики. Ну, это вот я быстро, бывает, не очень хочу есть, что-нибудь слопать. Котлетка с гречкой. Выглядит очень аппетитно. Я взяла. Вот. А это я еще брала в этом. Знаете где? Тоже буду кушать. Офигенская картошка, вкусная. В этом. В меге. Какая-то там казахская или какая-то кухня. Не помню точно, какая-то кухня. Блин, я уже говорила, я там постоянно ем, там домашняя еда. Забыла вообще, как называется. Ливан. Ливан что-то такое, хаос, да. И еще купила целый пакет вкусняшек. Они на самом деле необычные вкусняшки здесь. Очень необычный дизайн. Очень, ну, в общем, короче, то, что я еще не пробовала, не ела. Я хочу снять для вас видео отдельно с вкусняшками. И приглашу для этого свою племянницу. Ну и малой. Будут дети пробовать. Ну, малому еще нельзя, но племяшка моя вкусняшки любит пробовать. Надеюсь, родители привезут мне ее. Ну все, сейчас мы будем кушать и отдыхать. Доброе утро, мои сладенькие девочки. У меня вскочила простуда на губе. Это просто трэш какой-то. Но у меня вообще организм, конечно, к этому подвержен. Чуть-чуть простыла. Вот я вам говорила, может, недавно, да, там горлышко чуть-чуть там, да. Все. Намазала зубной пастой. Кстати, проверяю лайфхак, будет ли он работать. Вчера у меня вот здесь вскочил прыщик. Такой прям, знаете, конкретный, белый уже. И прям болел. То есть выдавливать еще нельзя было. Сейчас день, иду.
И я намазала зубной пастой на ночь прям. И утром встала, воспаление уже сошло, и нету, ну, этого вздутого прыщика. Зай, да иду я, блин! Терпи три секи! И сегодня такая же простуда только начала. Тоже ее намазала, короче, на целый день. Вот, что еще хотела сказать? Иду, иду! Дэнь! А, еще хотела сказать... Сейчас Дэнь покажу. Вот, тебя показываю. Мы только что поели. У меня тут своя система. Я отдельно делаю молоко, потом кофе, потом еще молока, потом кофе, короче. Чтобы получилась полная кружка. Выключаю, когда мне нужно. Вот, например, сейчас. Ну что, мои крошки? Я вообще с утра снимала что-то. А, да, я снимала. Мы кушали там, да, завтракали. Потом проходил день обычно. Сейчас буду рассказывать, какой насыщенный день на самом деле. Вечер получился. Потом, значит, все нормально проходило. В итоге, как вы помните, у меня новый телефон. Я его выставляла в Инстаграме сразу. Я приобрела LG Q6. Мне продавцы посоветовали, я его не стала сильно проверять, мне продавцы сказали, что это, да, для тех, кто, вот, там, камера хорошая, все дела, и там и начинка хорошая, да, и Денька вот он тут морковный сок пьет, начинка хорошая, в общем, цена-качество. Я поверила на слово, ну, чуть-чуть проверила вроде камеру, нормально, но у них же такое освещение, там, хрен поймешь, нужно, ну, как бы, при дневном свете проверять, смотреть. В общем, взяла я эту камеру, пришла домой, установила все приложения, свой предыдущий Samsung очистила, короче, ну, все нормально. И в один из дней, а это даже сегодня, я выставила, ну, то есть в этот же день я имею в виду, в который сейчас снимаю, я выставила селфи при дневном освещении и просто была поражена, насколько ужасное качество селфи, а мне... Больше нужна фронтальная камера, ну, как бы, да, вот для фотографий, Инстаграм, событий, где я, там-то, что-то сказать, рассказать вам, да, то есть я больше себя снимаю, и это одно из важных моментов было. Плюс скорость, вот, знаете, передача данных, в принципе, по телефону лазишь нормально, а вот, например, там, добавление в друзья ВКонтакте, да, вот, то есть я нажимаю, оно как-то это, думает еще, у меня даже на Самсунге, а третьем с полной памятью, и то быстрее думал. И вот эти моменты мне не понравились, и прошло 2 дня буквально. И я Кристинке говорю, Крис, что-то надо делать с камерой, короче. Мне вообще не нравится камера селфи, то есть получается, что я вообще зря купила телефон. Я им тоже не буду пользоваться. Я могла с Самсунгом своим, с такой камерой, даже лучше, может быть, продолжать пользоваться. Но она говорит, иди меняй, как бы, туда-сюда. В общем, чем меньше дней прошло, тем лучше. Я же собираю малого и бегу, короче, и забыла камеру. Так бы я снимала бы вам видео. В общем, пришла, очень быстро мне все поменяли в видео в Меге. Там мальчик на возврате вот в этом вот сидел. Он как бы так, ну, говорит, я вижу телефон новый, идите выбирайте, если вы хотите другой там. Я говорю, я готова поменять за оплаты, но мне главное, чтобы было хорошо. Дал мне свой телефон, Samsung у него был, чтобы я селфи сделала и посмотрела, что там за камера. Ну, мне на Samsung все-таки тоже камера не очень нравится. В итоге я дала предпочтение, пошла выбирать и за такую же цену, 19 990, купила себе Huawei. А модель какая? Сейчас покажу. Вот, Huawei Nova 2. Вот. Здесь даже наушники есть, чего не было, кстати, в LG. Вот, и там я, короче, начала просто брать телефоны и фоткать камеру. Естественно, мне нужен был небольшой телефон, такой, ну, как бы удобно, чтобы в руке он был. Конечно, хотелось бы еще поменьше, но поменьше уже не было. И начала фоткать просто селфи везде. И вот Huawei мне очень понравилось. Я Sony фоткала, Samsung фоткала, LG эти фоткала. Короче, ну, до другого не дошла, потому что я, опять же, была с малым, хотела по-быстрому купить. Ну, в общем, я смотрю, та же цена, думаю, чтобы вообще без геморроя поменять. И Huawei мне понравился. Вот, фотки классные. В Инстаграме вы можете увидеть фотографии, там я их выкладываю, подписываю там на какой телефон, какая фотка. Так что можете зайти посмотреть.
Может быть, кто-то в поиске тоже телефона. Короче, я очень довольна, я люблю, когда складывается. Я просто думала, что будет очень все плачевно, потому что электронику возвращает все время беда какая-то, да? Выглядит он вот так, обычный, черный, ничем не примечательный. Я люблю, чтобы, знаете, особо телефон не выдавал свои какие-то эти... Ну, там я уже поставила приложения всякие, 23:16. Время вот такое позднее. И, в общем-то, я рада, что я так смогла все быстро поменять, и теперь я камерой своей довольна, потому что даже при вот этом освещении, как вы видите, да, у меня просто нет здесь освещения, у меня еще камера, она света больше дает. Но, блин, фотки действительно классные, мне нравятся. Вот, еще там есть функция и ретуши лица, и размытие фона, что вообще я люблю размытие фона. Ну, короче, вы все увидите, Инстаграм оставлю здесь. Вот. Так. Еще у меня вскакивает простуда, опять две штуки, задолбали. Причем, знаете, вот чуть-чуть начинаю простывать, я вроде начинаю пить таблетки, и вот я, наверное, не заболею, но простуда у меня вот так вот. Так и так и в Москве было. Я не заболела, начала заболевать, я не заболела, но простуда моя вылезла в простуду, и главное, я не болела. Ну, надо выбирать, да, либо твое горло болит, ты там плохо себя чувствуешь, либо простуда на губах. Но мой организм сам делает выбор и вываливает мне простуды на губах. Надеюсь, быстро все закончится, мне столько советов, и мазать медом, и еще какие-то препараты. Ну, в общем, я купила свой ацикловир за 30 рублей и мажу. Таблетки ацикловир я не пью, потому что у меня от них побочные действия. Тошнота, то, что я больше всего не люблю, головокружение. Слабость, короче, какая-то. Вот, ну и все. В общем, я слежу за Ютубом, выложила видео. В общем-то, выкладываю, то есть готовлю. Все прекрасно, замечательно. Жизнь прекрасна. Сегодня, походу, будет влог-болталка. Уложила малого еле-еле спать, блин. Я уже говорила, что он у меня лег 5:30, проснулся 7:30 вечера. Я его никак не могла уложить. И в итоге вот мы 1:30 уснули. Круто вообще. Не знаю, сколько он завтра встанет. Надо будет его как-то будет пораньше. Ладно, посмотрим. Ну, хотела сказать. Напутствие такое и совет, может быть, многим молодым девочкам, потому что взрослые этим не занимаются. Вышла в прямой эфир, и какая-то девушка пишет мне в прямом эфире, она без аватарки, без ничего пишет, что она мне там много пишет, что-то я вроде как поняла, не отвечаю, может, я не так поняла, но вот что-то в этом духе. Пишет мне, что давай общаться, я смотрю, что у нас много общего. На что я отреагировала достаточно жестко и сказала, что... дружба и любовь между людьми возникает не так, что давай любить друг друга или давай общаться, давай дружить, как бы это натянуто, это не про меня. Я вообще считаю, что это какая-то глупость, и это могут писать только девочки маленькие, потому что взрослые люди, они уже понимают, что, ну, дружба не с этого начинается. Люди либо начинают общаться, да, по какому-то поводу, и у них все завязывается, и они по ходу смотрят, что у них действительно что-то есть общее. И со временем может это перерасти в дружбу. Либо никак. Я по-другому. Я не понимаю так. Давай дружить. Вот некоторые пишут мне. Давай дружить. Я хочу такую подругу, как ты. Я, честно говоря, девчонки, я на это ничего не отвечаю, потому что мне на это не на что ответить. И если это пишут молодые девочки, что скорее всего, потому что взрослые понимают, как и что уже с годами, с опытом, да, как все вообще появляется... Девочкам вообще скажу на будущее, что это дурной тон. Ну, вот так вот предлагать дружбу, дурной тон. И, ну, я вас не знаю, например, да. Да и даже если бы знала, я не представляю так в жизни. Вот даже мы начинаем общаться с человеком, все у нас классно складывается, мы общаемся, и тут в один момент мне девочка говорит, давай дружить. Я бы сразу восприняла это как какая-то неадекватность и уже настороженно бы отнеслась к этому человеку. В общем, это моя позиция, не знаю, может, кто-то не разделяет, хотя, мне кажется, большинство нормальных, адекватных людей это разделит, и если, девочки, вы так делали, или вы так делаете, или вы так планируете делать, то мой вам совет, не делайте так, это некрасиво, это натянуто, это неестественно, это не настоящее, вот. И все должно завязываться само собой. И заодно хотела сказать также девочкам, которые добавляются ко мне в друзья, в контакт, все ссылки у меня внизу. Я с удовольствием со всеми общаюсь, но только по делу. То есть у меня на самом деле действительно очень мало времени для того, чтобы отвечать на вопросы, как дела, как Дэнни, просто привет,
Понимаете? Я все эти сообщения просто игнорю. Я прочитываю все сообщения, то есть у меня нет никаких сообщений, чтобы они висели. То есть я прочитываю сообщения, и если человек сначала пишет, 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 я не отвечаю, потом мне начинает говорить «а утро, ля-ля», это блок. Потому что, понимаете, да, человек такой «привет», я не ответила, как бы, и потом я уже «ау, ты чё, ау, проснись», понимаешь? Я как бы этот, как бы, посыл не понимаю, сразу блокирую. Я уже много раз говорила, еще раз в этом блоге скажу, что я отвечаю всем по делу. Ко мне бывают пишут, там спрашивают что-то за косметику конкретно, спрашивают какой-то совет. И даже если этот совет там где-то прозвучал, я всегда говорю, что обратитесь к тому видео. Или я это говорила у себя на канале, например, да. Если я об этом не говорила, я обязательно скажу вкратце как-то, да, или сниму видео отдельно. Очень много пишут мне посоветовать там что-то в отношениях, тогда-сюда, понимаете? Эти сообщения намного важнее для меня, и, конечно же, я всегда уделю им внимание, нежели «привет, как дела?». Просто кому-то потрещать, кто-то там дописался до Селены, да? Иногда вот так пишут. Ну, как бы не обижайтесь, но времени на это нету. И доставать одними и те же вопросами, честно говоря, нет. Я даже скажу так, что даже у не блогеров, да, у не людей как-то... Я не могу так громко даже сказать популярных людей, потому что, мне кажется, я еще не совсем популярный человек, да. Но, тем не менее, у меня пишут не один-два человека в день, как дела и привет, да. А могут писать 30 человек таких в день. И поэтому, как бы, даже у людей, которые пишут 2-3 человека в день, я часто видела на страницах, что сразу отвечу на вопросы. Привет, привет, а как дела, хорошо. Да, там, и еще пару вопросов, где уже просто заряжено. Не нужно задавать таких банальных вопросов, ну, правда. Но это точно не вопросы к блогеру, серьезно вам говорю. И многие девчонки пишут, так хорошо, что ты отвечаешь, мы так рады, что ты отвечаешь. Но на самом деле, понимаете, почему блогеры не отвечают на эти вопросы? Потому что, ну, смысл. Вот, не задавайте таких вопросов банальных, да, запишите по делу, и я думаю, что... Люди отзывчивые, как бы, они всегда откроются, ответят на ваш какой-то вопрос. Вот. Ну, или если это не вопрос какой-то наболевший, да, вы немножко узнаете о человеке, прежде чем писать ему, тем более, в личные сообщения. Ладно, в комментариях там все пишут, но у меня комментарии отключены, а значит, только люди, у которых действительно какой-то вопрос, сделают некоторые жесты, зайдут, добавятся, подождут одобрения и потом зададут свой вопрос. Значит, уже не просто так. Но для «привет» не надо туда добавляться. В принципе, это больше для действительно каких-то конкретных вопросов, все мои соцсети. Ну и за наблюдением, да, в моей дальнейшей жизни, в других соцсетях. Как бы такой связь на экстренный случай, там, на нужный какой-то случай. Вот. Вообще, этот влог получился у нас супер болталка. До этого я о телефоне говорила много, да. А сейчас я говорю об этой ситуации, потому что кто-то высказался, что я типа жестко сказала об этой ситуации. На самом деле не жестко. Я считаю, что если это маленькие девочки, то им даже полезно будет вот такое услышать, чтобы на будущее они сделали какие-то выводы. То есть у меня нет такого, что пошли вон, фу-фу-фу, как бы, то есть у меня нет никакого высокомерия, я просто говорю, что это глупо, и это так не делается. Если хотите продолжать делать так, то делайте это в другом месте, не со мной, то есть я не про это, я не добрый человек в том плане, что такой мягкий, знаете, прям растаяла, со всеми дружу, тю-тю-тю-тю-тю-тю, я не это, я не люблю это, как это называется? Слово такое я все время употребляю. Сопли. Да, это не про меня. Я сопли не жую. То есть я знаю, как, что, где. То есть, ну, уже как бы опыт какой-никакой есть. Поэтому, понимаете, да? Вот. И еще меня просили рассказать про телефон, про новый. И почему поменяла, да, я уже сказала, что на том на самом деле была очень плохая фронтальная камера. Для меня это самое главное. Я не знаю, почему это не сделала раньше. Я открыла интернет, посмотрела топ селфи-камер смартфонов. И очень много было всяких вариантов, которые стоило бы рассмотреть даже и дешевле. Были за 15 и за 12 тысяч там. Вот, и поэтому я думаю, наверное, какой-то выбор я плохой сделала. Хотя мне мой любимый мужчина говорил, обрати внимание на... Huawei, на Meizu, на Lenovo, то есть, но почему-то я его не послушала, вот, так бывает, я его иногда не слушаю, а потом кусаю локти, бегу и меняю на то, что он говорил.
Все, давайте я этот закончу влог, и потом уже приступим к новому нормальному. Хотя, может быть, вам болталки нравятся. Если нравятся болталки, ставьте лайки, поболтаем еще о чем-нибудь. В таком режиме лайв, да? Лайв. Все, я спокойной ночи вам желаю. Пойду посмотрю сериал. Сейчас начала смотреть «Элементарно», но хочется что-то по настроению. Мне другой сериал какой-то хочется посмотреть. Типа, знаете, там что-то про «Дьявол носит Прада», что-то такое. Нью-Йорк, какие-то светские львицы, какая-то мода. Может, поищу по запросу. Ладно, все, целую, люблю вас, пока.